Оперативная группа Главного управления МЧС России по Приморскому краю продолжает следить за изменениями уровней водных объектов на фоне прогнозируемых опасных гидрологических явлений на реках Уссури и Большая Уссурка у города Дальнереченск, а также на реке Малиновка у села Веденко Дальнереченского района. Существует угроза затопления пониженных участков местности и расположенных на них объектов инфраструктуры, дорог местного значения, отдельных хозяйственных объектов, сельхозугодий. Спасатели МЧС России и Министерство ГОЧС Приморского края работают в наиболее пострадавших от паводка муниципальных образованиях Приморья. Сотрудники чрезвычайных ведомств оказывают адресную помощь населению, доставляют продукты питания и первой необходимости в отрезанные населенные пункты, проводят работы по откачке воды.